Здравствуйте. Это перед вами лимон сорта Павловский. Старый, 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 старый сорт. Плоды уже начинают желтеть, уже можно срезать. Вы видите, что вот были срезаны. Вот на каждой веточке я давал по плодику. Потому что нагружать много нельзя. Хотя они когда цветут, как грозди винограда, выбрасывают букет буквально цветов. А оставляете один плодик. Остальные плодики вот надо срезать. Здесь срезано. Сорвать тяжело. Поэтому я беру садовые ножницы и аккуратненько срезаю. Такой плодик уже можно спокойно с чаем употреблять. Прикольно, что если плод не срезат, он сначала пожелтеет весь, и здесь будет желтый, здесь, а потом постепенно начнет обратный процесс идти. Он станет зеленеть. Но вкус уже такого плода, я бы не сказал бы, что хороший будет. А такие плоды можно срезать, оставил на следующий, через 2-3 дня этот срежу. И маленький, но этому надо еще повисеть, вот он, несколько надо повисеть, хотя бы недельки 3-4, чтобы он набрал силы. Но когда убираешь плоды, вот этот последний будет быстрее созревать, потому что растение переключится на него. Меньше будут соков тянуть и пойдут рожки расти. И здесь вот сухая веточка есть, вот она. Мы ее сейчас аккуратненько удалим, чтобы она здесь вот заподлицо не мешала нам. И растение будет тогда лучше себя чувствовать. Вот такая сухая веточка, вот она. Просто удалили ее и все. Вы видите, что растение разгибаем. Постоянно идем формировка. В дальнейшем рост будет, вот эту веточку подвернем вот так вот, эту подвернем вот так вот и сделаем чашу, чтобы растение пошло вот так вот расти. И будем формировать небольшой кустик. Как видите, здесь вот в самом начале растения я веточки не срезал, а сгибал. Вот сучок отрезанный, а вот эта она согнутая. И хорошо тогда формировать. Иначе растение постоянно будет расти. Видите, вот с одной почки выросло 3 веточки. Одна, вторая, третья. Здесь выросло 2. Когда их подгибаешь. Ну, а теперь желательно нам получить, чтобы веточки отсюда пошли расти. Чтобы оно было красивое, сформированное растение. И сейчас я вам покажу, как лимоны любят купаться. Дело в том, что когда брызгаешь по листьям, удобрением подкармливаешь, получается такой налет, вот видно, вот оно, налет удобрений, зелень какая-то, все. А для того, чтобы растение особенно начало расти, пускало молодые побеги, надо, чтобы старые листья были чистые. Вот такая не допускается, чтобы оно было. Тогда оно будет больше фотосинтез идти. И желательно я мою зубной старой щеткой. Воду намочил. И вот так вот снизу придерживая, а второй рукой просто листики так моешь. И несколько раз. Можно даже хозяйственным мылом чуть-чуть разбавленным пользоваться, но обязательно потом надо смыть его, чтобы были чистенькие листочки.
бирка с алюминия никогда не потеряется привязанная. Спасибо.